Браслетик стоит недорого. Я долго думал, какой мне взять браслет, и все-таки выбрал этот. Здесь вот есть краткие характеристики по браслету. Написано, что подходит как для Android, так для iOS. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Приветствую вас, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и пришла сегодня вот такая вот посылочка. Посылочку эту я заказывал 3 недели назад, перед Новым годом. И здесь смарт-часы. Точнее, умный браслет ID 107. Посылочка была с трек-номером. Трек-номер полностью отслеживался. Все было хорошо. Посылка дошла быстро. Все было отлично. Давайте вскроем и посмотрим. Как всегда у нас уже... Как часто стало, точнее, посылка где-то была вскрыта, залеплена обычным скотчем, но поскольку сверху есть этикеточка, скорее всего, это было сделано еще в Китае. Ну, давайте откроем и посмотрим, то ли пришло, что я думаю. Достаем. Пакетик у нас пустой. Здесь дополнительный браслетик, поскольку я заказывал со вторым браслетом. И здесь вот упакованы сами часы, завернуты они в пупырочку. Давайте развернем пупырочку и посмотрим. Значит, браслетик идет вот в такой вот интересной упаковочке. Браслетик стоит недорого. Я долго думал, какой мне взять браслет, и все-таки выбрал этот. Здесь вот есть краткие характеристики по браслету. Написано, что подходит как для Android, так для iOS. Все на английском. Такая вот подарочная упаковочка. Стоит он тысячу рублей стоит такой браслетик. Давайте распакуем и посмотрим, что же у нас идет внутри. Что-то там приклеено, прям вот хочется мне посмотреть. Достать и посмотреть, что же там приклеено. А, вот. Вот как. Вот она как открывается. Здесь, оказывается, есть еще дополнительная вот такая штучка. Она на магнитах. Крышечка. Вот так вот классно открывается. И здесь вот написаны характеристики. То есть считывает сердечный ритм, шагомер, ответ на звонки. Так я понял, можно фотографировать с него, наверное, нажатием кнопки. Срабатывает фотоаппарат и много-много других функций, о которых мы будем разбираться в дальнейшем. А сейчас давайте посмотрим, что же у нас идет в комплектации. В комплектации идет вот такая вот книжечка. Вот такая вот книжечка с инструкциями. Инструкции у нас идут на китайском и... На английском. На китайском и на английском, но в принципе с картинками, так что я думаю, несложно будет разобраться. Идет сам браслетик с застежечкой. Такой вот сам браслетик. И идет зарядочка. Идет еще в комплекте зарядочка. Вот такая вот зарядочка. Все сразу снимаем. Все проволочки, все пленочки, потому что браслет я брал именно себе. Давайте снимем все пленки. Вот так выглядит. Я все думал, что мне выбрать. А именно потому, что хотел сначала взять умные часы, но все они очень громоздкие, очень большие. А браслет, в принципе, он и небольшой. И все, что нужно, можно... Качаешь приложение, и в приложении у тебя уже все высвечивается. Вот они у нас уже включились. Время, насколько я помню, синхронизируется с приложением.
вот эта вот зарядочка заряжается, обычный вход под USB, и заряжается она просто вот так вот защелкивается, и все. Вот так вот защелкнули, зарядка одетая. Но еще я взял второй браслетик, потому что люблю я салатовый цвет, и мне кажется, летом будет довольно-таки интересно смотреться браслет с салатовым, точнее, будет хорошо смотреться салатовый браслетик. Ну и черный тоже хорошо смотрится. Вот. Застегивается она таким вот образом. Таким вот образом, я думаю, довольно-таки надежно, ничего не слетит. Браслетик очень мягенький, очень мягенький. Давайте попробуем, как вынимается. Вынимается, в принципе, легко. Вот такой вот корпус. Я думаю, что он не влагостойкий. Не влагостойкий, так что не рекомендовал бы я с ним купаться. А так вот такой вот маленький браслетик получается. Итак, давайте кратенько пробежимся по его характеристикам. Мониторинг пульса. То есть этот браслет проводит мониторинг пульса в течение всего дня в режиме реального времени. Это все отображается у вас на смартфоне. Есть шагомер, мониторинг сна, сидячий режим. Сидячий режим – это сидячее напоминание. То есть, если вы долго занимаетесь сидячей работой, то он вам напоминает, когда надо встать и пойти отдохнуть, походить и все остальное. Показывает расход калорий, удаленное управление камерой. Еще есть функция антипотеря. Но все это, думаю, я настрою и сделаю отдельный обзор по этому браслету. А сегодня у нас была вот такая вот распаковочка. Давайте попробуем сунуть в зеленый, как будет выглядеть зеленым. А зеленым тоже выглядит очень хорошо. Мягкий, приятный пластик на ощупь. В общем, очень прикольный браслетик. В следующих видео я вам о нем подробнее расскажу. Закачаю приложение и уже более подробно расскажу об этих часах. А на сегодня все. С вами был Владимир. Ссылку на этот браслет я выложу в описании под этим видео. Также ссылочка на этот браслет будет ВКонтакте. Так что заходите, смотрите и покупайте. Браслетик недорогой, очень компактный. На руке будет сидеть хорошо и не занимать много места. В отличие от часов, от смарт-часов, основные функции практически такие же, как у смарт-часов. Только здесь все функции будут выполняться в приложении. Такие классные часики, такой классный браслетик. На руке его практически не чувствуешь. Вот так вот. Итак, с вами был канал «Китай стал ближе», а на этом я с вами сегодня прощаюсь. Всем пока, до новых встреч, друзья. Оставайтесь с нами.